Цигаретный рынок – один из самых диких и привабных у Беларуси. Вот три основные речи, которые треба про его ведать. По-перше, цигаретный рынок вельми тлусты. Гродзенская державная фабрика «Нёман» и приватная фирма «Тытун Инвест» – одни из наибольш прибытковых компаний у Беларуси. «Нёман» – это самый буйный податкоплательщик у Гродзенской области, а Павел Тапузидис – владельник «Тытун Инвеста» – один из самых заможных беларусов. Табачные фабрики ежегодно отчисляют в государственную казну. Ну, в этом году мы ожидаем 1 000 000 000 000 рублей. То есть полмиллиарда долларов – это большие налоговые поступления. Калі параўнаць становішча вытворцаў цыгарэт са станам МАЗа ці Вымсельмаша, то ствараецца ўражанне, што Беларусь – гэта не краіна машынабудаўніцтва, якой мы так доўга сябе ўспрымалі. Беларусь – гэта краіна цыгарэт, і гэта краіна з вялікімі планамі. Первое – это большой спрос за пределами нашай страны на эту прадукцію. У нас часто можно почути истории про то, что Беларусь закрыта для инвесторов, для замежного сотрудничества, але на цигаретном рынке все наоборот. Тут и замежные инвестиции, тут и супольные проекты, тут и заходние технологии. Это натурально, что паление приносит великие гроши корпорациям и бюджету, але наш выпадок особливый. И это другая важная вещь, которую треба ведать. Белорусские тытуневые компании и бюджет зарабатывают не только на белорусах и официальном экспорте. Мы так само зарабатываем на контрабанде. Конечно, тытуневые компании и белорусские чиновники не засовывают сигареты в упаковке в уголю и дравнины. Конечно, они не засовывают их в газовые цистерны. Але улады створают умовы, каб рынок был непрозрыстый, а контрабанда была меньше зауважной. У нас немагчыма даведацца, колькі Беларусі выпускаецца сигарет, колькі экспортуецца, колькі выкурваецца внутри краіны. Звычайные эксперты кажут, что у Беларуси выпускается около 30 миллиардов цигарет, але выкуривается 10 половина из этого. Куды девается все остальное, никто нибито не ведает, але все как бы разумеют. Каб гэтыя цигареты добра продавались, у Беларуси одни из самых низких акцизов и, отповедно, ценов на цигареты у Европе. На Заходе и у России любят курнуть такие наши бренды, как Минск, Фест, АНЗ, Тюрешт, Queen Super Slims. Бо их цена в белорусской краме всего $0.5, а у какой-нибудь Польши звичайный пачек цигарет каштует около 4. Агулом у России нелегально трапляет около 5 миллиардов цигарет, у Польши около 2 миллиардов, у Литвы и Латвии по 0,5 миллиарда. Наша контрабанда обкрадает бюджеты этих краин. Ну что тут скажешь? Сори. Ладно, соседи, на самом речь белорусские цигареты можно купить на авто в Лондоне. Наш родный фест! Увайшло одно из исследований, как индикатор того, сколько могут коштовать нелегальные цигареты в сравнении с легальными. И вот пачек Фесту в Лондоне коштовал больше за $4 два года тому, что в 3 раза тоней, чем пачек легального Мальбора. Частуйся, мы не в Лондоне. У меня свои. Третья важная речь, которую треба ведать. На самом деле, политика державы довольно глупая и забивает людей, бо цигареты остаются популярными, шмат у чем дякуючи низким ценам. У Беларуси курить больше за 2 миллиона людей, хоть лишь бы тех, кто палит, весь час уменьшается. Але надалі от сигарета помирает около 18 тысяч человек что год. Это как заполненная Минск-арена. Поводле прогнозов Сусветной организации охраны здоровья, коли б Беларусь значно подняла цены на цигареты, то тягом 40 годов можно было бы уменьшить сколько смертей, связанных с палением, на 250 тысяч. При этом Беларусь удатковывая на лечение хвороб, выкликанных палением, прикладно столько ж, сколько зарабатывает на цигаретах. А могла бы зарабатывать еще больше, поднявши акцизы на цигареты, при этом курцов стало бы меньше. Але в реште-решт улады не поднимают значно цены на цигареты. Магчыма, яны лічаць, что это будет непопулярная мера для народа. Може, сегодняшняя схема поддержки контрабанды лічыцца оптимальной. Кто его ведает? Тут без цигареты не разобраться. Ёсць запальніца?